Добрый день, дорогие друзья! Сегодня у нас 4 сентября 2022 года, и я продолжаю наш цикл 5, в котором мы отражаем работы наших соавторов, с которыми я наиболее плотно работаю. Из этого цикла мы будем делать книги. В этом году у нас в плане издать книги такие. Вторую книгу на стихи Вероны Шумиловой. Верона Шумилова, жившая поэзия, у нас уже есть одна, это будет вторая книга. Далее мы хотим издать в этом году на стихи замечательной поэтессы Светланы Шиманской книгу. И я хочу еще издать книгу на свои стихи. У нас есть книга Самуил Фрумович и его жившая поэзия. Я хочу сделать книгу Самуил Фрумович в ожившей поэзии наподобие тех, которые мы сейчас вот готовим. Елисея Липатова мы перенесем на следующий год. И у нас сейчас готовится очень большая работа, антология ожившей поэзии. В этом цикле мы уже сделали 70 выпусков, то есть отразили почти 350 имен, то есть половину всех соавторов нашей ожившей поэзии. И я думаю, что к следующему году мы подготовим, даже к началу года мы подготовим антологию ожившей поэзии. Это будет две или три книги из вот этих циклов. Итак, сегодня мы послушаем и продолжим цикл Вероны Шумиловой в ожившей поэзии для книги 2 Вероны Шумиловой. И это будет уже, по-моему, 15-й выпуск. И скоро мы уже практически, у нас книга готова, ибо мы еще подключим концерты с участием Вероны Шумиловой, обзоры и так далее. Поэтому практически это последний, наверное, выпуск из этой серии, хотя мы могли бы еще одну книгу или сделать очень большую книгу, но я не хочу этого делать, потому что так я считаю лучше. Пусть будет несколько книг, чем одна большая книга. Итак, сегодня я даже не буду перечислять, что вы услышите. Прекрасные романсы. Верона Шумилова у нас королева романсов. Я с удовольствием, с наслаждением на ее стихи почти каждый день сочиняю то ли романсы, то ли композиции. Поэтому у нас уже с ней более 500 композиций за 2,5 года. Итак, начнем мы с такой композиции Вероны Шумиловой. Альбом «На ключ». Музыка исполнения везде Самуила Фрумовича. Видео тоже в основном наши. Ну и вот сейчас остальные все будут объявляться по ходу этого ролика. Итак, альбом «На ключ». Ночь тишину мне дарит забвение. Я открываю розовый альбом, читаю строчки стремя звони. Свечи ближе, очерк мой красивый, глазами я читаю, вот и мой. А там слова над ним, мой любимый, а там слова единственный родной. Я
свечи выношу, почерк мой красивый, глаза мечтаю, хлоп ты мой, а там слова родни мой любимый, а там слова единственный родной. Не смути, это сердце там. Послушайте новую музыкально-поэтическую композицию «Экспромта» стихи замечательной поэтессы Вероны Шумиловой. Композиция называется «На печаль похожую осень». Музыка исполнена самого Фомича из цикла «Ожившая поэзия». Звезд в огне не стало.
Послушайте новую музыкально-поэтическую композицию «Сном» на стихи замечательной поэтессы Вероны Шумиловой. Композиция называется «Любовь, то блаженство». Музыка исполнения Самойла Фрумовича «Сыпа, ожившая поэзия». Жить и быть, такое волшебство.
Послушайте новую музыкально-поэтическую композицию «Экспромт». На стихи замечательной поэтессы Вероны Шумиловой. Композиция называется «Почему, почему?». Музыка исполняет свою напоминающую из цикла «Ожившая поэзия». Почему, почему, любви?
Самую формулищу музыкальная композиция «Экспромт». Почему стихи Вероны Шумиловой? Друзья, послушайте новую музыкально-поэтическую композицию «Экспромт» на стихи замечательной поэтессы Вероны Шумиловой. Композиция называется «Рассвет смотрит в окна». Музыка исполнения Самуила Фрумовича из цикла «Жившая поэзия». Или
мне сили, где мысль дает, а там любви, там сжестные зоны, что на мне сили, где мысль дает. Спасибо за внимание. С вами был Соловьёв, музыкальная композиция «Романс экспромт», «Рассвет смотрит в окна», стихи Вероны Шумиловой. И на этом, друзья, я заканчиваю этот выпуск. Это был 15-й выпуск, из которого мы будем делать книги Вероны Шумиловой «Поживший поэзии», книга 2. Спасибо вам за внимание. С вами был Соловьёв. Всем доброго, до новых встреч.